очень. Ну, понимаете, если что приятно. Технический вопрос, который можно было улучшить. Такой на рынке стоит не менее полтора. Вы знаете, в той череде новостей, военных сводок, которые сегодня живет каждый житель нашей страны, мы сегодня решили в это военное время немножко глоток воздуха и в глоток той жизни, которой мы еще недавно жили, до вторжения агрессора на нашу землю. Мы работали, мы приводили свой город в порядок, у нас были грандиозные и остаются грандиозные планы по наведению порядка в городе. Одно из таких направлений – это транспорт, городской транспорт. Мы его делаем комфортным для жителей нашего города. Комфортным, современным, чистым, ухоженным. И вот сегодня хорошая новость для одесситов. Одиссей Макс, 4-й трамвай, который полюбили одесситы, полюбили те люди, которые пользуются общественным транспортом, выходит на линию сегодня, выходит он в Суворовский район, тот район, который наиболее густо населен и нуждается в современном хорошем городском электротранспорте. Конечно, на первом плане у нашей задачи по оказанию помощи, поддержке и выполнению своих обязанностей, связанных с формированием воинских подразделений, и муниципальная наша власть, городская муниципалитет, делает все, что от нас требуется, оперативно и в срок. Помимо этого, сегодняшняя новость – это демонстрация всем, кто сегодня, может быть, чуть засомневался. Так вот я вам хочу сказать, мы верим в нашу победу. Мы верим в то, что наши города будут жить и развиваться. Мы верим в то, что нашим людям нужен городской транспорт современный. И мы продолжаем его делать, потому что мы знаем, мы победим и вернемся к мирной жизни. И будем строить наши города, и будем восстанавливать наш транспорт. И сегодня мы это делаем. Если кто-то думает, что они остановили нас, никто нас не остановил и не остановит. Потому что мы на своей земле. Мы защищаем свои города, мы защищаем свои дома, мы защищаем свои семьи, своих родных и близких. Пускай наша уверенность в победе, пускай наша уверенность в том, что уверенность нашего коллектива Одесского горэлектротранспорта вдохновит многих в Одессе. Но жизнь продолжается. И мы будем жить. И победим.